День добрый, на связи МК Вацкий! Сегодня мы продолжаем с вами проходить эту замечательную игру Crash Bandicoot, и сегодня у нас с вами уровень The High Road. Высокая дорога, если уж очень дословно его переводить. Посмотрим. Супер крутая дорога. Ну, high, высота, крутость можно иногда так переводить, да? Вот такой вот уровень нас встречает жизнью. Я вот помню 10 назад. Только тут не все так просто. Тут, по-моему, не на каждую становиться можно. Сейчас мы с вами опытным путем установим. Как тут? Да, я помню, я с этим раньше махался. Благо, у нас сейчас жизни с вами полно, на самом деле. Тут как-то надо просчитать. Я... Это сейчас может занять некоторое время. Жизни, благо, мы запаслись. А тут по канату нельзя пройти, мне больше интересно. Нет. Было бы очень легко. Ладно, жизнь, благо, у нас есть. Сейчас полетаем, жизни потратим. Но там будет уровень один, где можем компенсировать. Почти проскочили. Да, вот, проскочили. Не уверен, есть ли еще дальше что-то. По-моему, нет. Так что давайте возьмем те два ящичка. Это я помню, еще тогда подбирал. Чуть-чуть не допрыгнули. Погнали. Ага. Не допрыгнули. Подопрыгнули, допрыгнули. Тут 4 жизни нам компенсировало, но это фигня на самом деле. Мы же здесь сюда прыгали не за жизнью. Уж чего о жизни у нас, как вы видите, дофига, да? Теперь бы нам все бы это гладко проскочить, этот уровень пройти, я имею в виду. Кабанчик. Да, в чем моя жизнь, нас меньше всего тут пугают. Черепашки здесь не надо их ломать, надо использовать их брюшко, чтобы перепрыгивать, потому что высокие эти так прыжком обычно не допрыгнете. Кстати, по-моему, они через время так вылазят обратно, если долго их не дергать, то они вот так спрятались, потом они вылезут. Это так, слово, вспоминание такое. Уровень сложный на самом деле. О, тауна. Бонус уровень. Ёлка, рано. Она ж может нас убить. Да, черепашки такие. Мы не-не-те-те. Нет, на мостик по привычке прыгаешь. Это не супер низи черепашки, конечно, но все же. Да, уровень сложный, уже остается конец игры. Мы почти прошли. Вот осталось вот это вот. Если не считать ответвление. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 уровней. Из них 2 босса, то есть 5 уровней. Поэтому сейчас игра нам выдает по максимуму сложность максимальную. Я думаю, что здесь, возможно, мы тоже какую-нибудь крутилку цветную получим, гему, да? Мне почему-то кажется красная. Если вот мы зароним, я вам покажу почему. Ну или потом, в любом случае, я вам это покажу. Так что дойдем до этого момента, я все помню. Да, это жесткая игра, это очень... Ну как, игра-то... Не из... Ну как, первая часть самая сложная, понятное дело. Вторая попроще, а третья вообще легенькая. Но она и глазу приятная, это не значит, что она плохая. Она просто, ну, понимаете, первая более хардкорная, я бы сказал бы. Остальные, они полегче, гораздо полегче. Гораздо полегче. Ну это нам же на руку, согласитесь. Мы с вами любители хардкора, но во всем надо знать меру, да? Не, Crash Bandicoot замечательная серия, все игры в ней прекрасные. Вот, ну вот именно все началось с первого Крэша. Я вам уже говорил, что мое знакомство на эту игру выпало именно на третьего Крэша. А потом уже, когда я третьего Крэша узнал, заразился прекрасностью этой игры. Я прошел, понятное дело, и первого, и второго, ну и третьего я, понятное дело, прошел. К тому времени я уже третьего прошел вроде как. Ну, просто уровни, по-моему, прошел тогда. Полного прохождения вроде бы как не было. Кабанчик. Надеюсь, что здесь не будет цветной крутилки. Ну, я имею в виду, что нам не надо где-то брать ранее или позднее цветную крутилку. Ну, позднее, скорее всего, потому что все ранее мы взяли. Чтобы проскочить. Так, я вижу, там на высоте что-то было. Да. Жизнь. Надеюсь, черепашка от этого не подорвется.
Так, ну он там один был. Ёлопала. Я говорю, это очень хардкорно, на самом деле. Попробуй так попрыгать. Это я приблизительно уже рассчитывал по своему старому по игровому опыту. Все-таки мозг помнит. Руки тоже помнят. Мастерство не пропьешь, такая фраза хорошая, если вы знаете ее. Я думаю, я люблю цитировать пословицы. Нам надо жизнь восстанавливать, которую мы... Ох. Ёлопала. Не, я попробую, я ничего не обещаю, но я попробую. Так, верхний ряд вроде очистили. Теперь нижний. Да, у нас получается. Прикиньте, у нас получается. А, желтую не разобьешь никак. Нет, ее, наверное, не разобьешь, но пытаться мы и не будем. Но вы сами понимаете, тут бонусный уровень ящики не требует. Да, вот к там мне подошли, да. Отлично, мы прошли уровень. 72% у нас, представляете, уже 72% игры пройдено. Да, 24 из 32 уровней, причем 2 босса еще. Остались 2 босса в этой игре, 6 боссов. Если я правильно посчитал, все, ничего, никого не пропустил. Надеюсь, не пропустил, все боссы заслуживают здесь внимания. Да, супер крутая дорога, название все-таки. Ох, ёлы-палы. Вы что, смерти моей хотите? Мы были близко, мы были близко. Тавну, к счастью, нам приходить заново не придется. Уровень, я имею в виду, бонусные ставны, потому что мы уже взяли. А, хотел показать, видели там, ну если что, видео вы можете отмотать, я не могу отмотать сейчас, потому что у меня запись в прямом эфире идет. Ну не в прямом эфире, в смысле, ну записывается, запись останавливать ради этого я не буду, я думаю. Но вы можете посмотреть, а, надо же выйти все равно, потому что я не уверен, что так засчитает. Мне кажется, здесь красную крутилку дадут, объясню почему. Видите, там вот он стоит на таком мостике, 4 ножки, да, по бокам, и там мордочка внизу, у него красненький носик. Вот она похожа на красненькую крутилку, вот этот красненький носик, может быть... Ее мы и получим. Я помню, что красненькая крутилка нужна для того, чтобы пройти предыдущий уровень с такой же дорожкой. Но я думаю, вы помните, там два раза встречалось. Одно в бок, уводящее нас, а другое в конце. Вот их надо нам будет собрать, чтобы пройти этот уровень. Это так, тоже к слову. Все к слову, но все по сути, да? Еще типа того. Кабанчик. Банка, 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 банка. Нет, я говорю слово банка. Звучит как кабан, да? Старый добрый прикол, да? Ох, такая хардкорная игрушка. Уровни хардкорные. Не, если их просто пройти, у вас есть бесконечное количество жизни, это мы с вами любители поизвращаться. Но если вы хотите спокойно просто пройти ради обычной концовки, вы можете так не заморачиваться, как я заморачиваюсь. Но все-таки, если вы настоящий ценитель крэша, то мне кажется, вы просто обязаны собрать все гемы, все уровни таким образом пройти. Чуть не улетели. Отлично, черепаха. Мы видели пукашки, супер ниндзя, черепашки. Что-то я там не так запел в начале. Но не суть. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя, черепашки. Ну, вы помните этот мультик из далекого-далекого прошлого. Прикольный мультик. Кабан! Еще один кабан. Фух, проскочили. Как это говорится, пронесло. Фух, да, прорвались. Ух. Это еще не конец, это еще далеко не конец. Ёлы-палы. Разбили. Погнали. Уиу, уиу. А, фу, а, фу, достали, я думал, не долетим. Фу. Да, это реально хардкор, но вы видите, что это жесть. Это просто жесть. Там еще будут повеселей уровни, но это один из самых веселых, там точно скажу. Такие вот... Ёлопала. Это жесть. Вроде все правильно, здесь ничего не пропустили. Ну? Перфект! Отлично. Фух. Взяли мы крутилку с вами. Какую? Нет, все-таки белую, да. Та-да-дам! Да, белую крутилку взяли, 73%, 16 гем, один ключик. Продолжаем. Ну хотя бы нам больше не придется этот уровень проходить сейчас с вами. Фу, какое облегчение. Это такой хард.
Это реально драйв. Попробуйте поиграть в эту игрушку, вы меня поймете. Кажется, Бандикут — это классика. Следующий уровень у нас уже Slippery Climb. Я уже потерял счет уровней. Будет тоже весело. Ну что, на связи был МК Абатский. Мы прошли с вами уровень High Road. Высокая дорога, если так уж дословно переводить. Или супер крутая, если в русской локализации брать. Довольно неплохо на самом деле. Мы продолжим с вами в следующих частях. Будем проходить Slippery Climb. По-моему, мы будем карабкаться на замок под гром и дождь, молнию, да? Если ничего не путаю. По-моему, да. И, по-моему, вот там вот как раз вот и будет красная крутяшка, если я ничего не путаю. Ну что, на связи был МК Абатский. Всем спасибо за внимание. Всем пока.